приветствует программа «Территория взгляда», и сегодня мы поговорим о архитектуре. И наш гость – художник-архитектор Олег Дроздов. Олег Дроздов – художник-архітектор. Закінчив Харківський будівельний інститут, факультет архітектури. З 96-го року працював головним архітектором проєктного бюро «Атріум». Засновник власного проєктного бюро архітектури і урбан-дизайну. Переможець всеукраїнських конкурсів в номінаціях «Комерційний інтер'єр» та «Кращий інтер'єр року». Тричі номінувався на архітектурну премію. В 2011-му – куратор українського проєкту «Моністо» міжнародної бієналі в Роттердамі. В 2012-му – автор предпроєктного семінару по урбан-дизайну в школі архітектури Колумбійського університету Нью-Йорк. Автор кращого кураторського проєкту «Обставини Московської бієналі архітектури» в 2012 році. Брав участь в персональних і колективних виставках у Харкові, Києві, Празі та Копенгагені. Живе і працює у Харкові. Що для вас є сучасне мистецтво? Актуалізація представлення, я б сказав, такої общої рефлексії, найширокої, да, какой-то, не знаю, и социальной, и вообще, скажем, нашего сегодняшнего места в жизни, конечно, это большая часть общей культуры, да, и это во многом не только о красоте, а, наверное, вообще обо всем, как бы. Сегодняшнее искусство, наверное, помогает, как бы, рефлексировать на вообще всем, что с нами происходит, да, с нашей социальной формацией, с нашим бытом, с нашей жизнью. У вас был очень интересный проект, который выставлялся в разных галерейных пространствах. Это проект «Тирология». Я попрошу показать некоторые фотографии этого проекта. Представлен ряд объектов, и, насколько я понял, концепция выставки была то, что объекты должны были разрушаться в течение самой выставки. Да? То есть это такая попытка работы с временем. Как бы за мою уже такую память я видел, как что-то... окружающие меня вещи менялись. Процесс старения, патинирования, разрушения, он как бы происходил красиво, да. Иногда что-то исчезало. Вот этот вот глянец символов еще недавнего как бы будущего, скажем. И эти символы не выдержали течения времени. Как символы будущего, да, превращаются в символы прошлого. И вот эта парадоксальность и двоякость, которая в этом заключена, в общем, я ее попытался исследовать. И, конечно, было резонно избрать природу своим соавтором. С таким коллегой было достаточно сложно управляться, да, потому что вот эти как раз процессы, ну, назовем это деградации, окисления, патинирования, они происходят часто сами по себе, в зависимости от самых таких сложных климатических обстоятельств. И ими очень сложно управлять. И вот в этом смысле соавторство природного эффекта ржавчины, да, оно было не всегда фиксировано, не всегда управляемо, тем было интереснее. Сами эти работы, они как бы, этот процесс, он уже был запущен, да, и при каких-то небольших перепадах важности начались такие серьезные трансформации, изменения. Я понимаю, что когда-то практически... многое из этого, значит, превратится в тленный, да, какой-то хлам. Живем в парадигме уже более 100 лет, парадигме новизны, нового. Тема будущего, она не сходит с передовиц и уже и современного маркетинга уже 100 лет, как и вообще некого представления о качестве. Любое появление новой модели и так далее подразумевает в то, что это лучше, да, и о том, что это как бы несет
несет что-то принципиальное, какие-то новые качества. И этот проект в том числе вносит некую критическую нотку и сомнение в этот процесс новизны и вопрос вообще, а что такое есть современность. Да? Деградация – это тоже часть современности, да? Потому что это еще недавно было другим и блестело, значит, и пело. И вот это, опять же, неотвратимости работы времени и природы, да, которая стирает то, что мы делаем собственными руками. И, наверное, еще вопрос, уже который переходит в архитектурную плоскость или в плоскость то есть среды обитания, о том, как природа может трансформировать, каким расчетом на это старение мы создаем как бы среду своего обитания, да, отдельные дома, либо, ну, не знаю, какие-то поверхности горизонтальными, которыми мы пользуемся. Я хотел бы упомянуть такого интересного художника 20 века, как Дональд Джад, представитель так называемой минималистической скульптуры. Похоже на мои работы. Джад, он практиковал такой подход к искусству. Он говорил, что искусство должно отказаться от эмоциональности, от аффектов, и искать вот такую минимальную форму. Вот насколько вам близко такое понимание искусства, как отказ от эффекта? Знаете, зачем себе отказывать в эмоциях? Потому что, как бы абстрактная культура, она тоже, в общем, состоит из парадоксов, из не знаю чего-то. Геометрия может в том числе вызывать у человека самые разные, не знаю, ощущения. Да, ведь у нее есть такие поверхности, как масштаб, как какие-то композиционные приемы, как какие-то парадоксальные, какая-то работа там, противоречия, какие-то взаимодействия с гравитацией. Ну, в общем, много чего в этом арсенале, и все это как-то связано даже в нашей обычной жизни с эмоциями, да, поэтому, ну, как бы абстрактное искусство, считаю, что оно точно так же эмоционально, просто у него нет такой фигуральности, извините за каламбур, как у фигуративного. А я хотел бы вспомнить ваш арт-проект «Обстоятельства», да? Проект «Обстоятельства», он связан с такой рефлексией. Мы собирали фотографии, сделанные профессионалами и непрофессионалами. Это фотографии разных лет, которые касаются напрямую проектов. То, что делали мы, просто стало такой вот casual частью городской среды. Вот из какой-то фотографии из маршрутки. А вторая часть того материала, который был на этой выставке, это были скетчи, это было то, что было до проекта. Или референции, вот как витрина 60-х годов, да, мы использовали там большой автомобильный шоу-рум, делали вот как бы по принципу этих наклонных витрин. Протопроекты, да, протоимиджи, вот как этот рыбацкий стан в Одессе, и мы, в общем, решили сделать там крупный комплекс уже как такую рыбацкую деревню. Или когда твои проекты являются чьей-то совершенно таким уже фоном какой-то своей личности. Они переходят из вот разряда таких архитектурных фотографий, да, когда ты все они встали в нужные позы, даже, можно сказать, неестественные, лишь бы как бы вот края здания, вот его верх и так далее. В реальной жизни архитектура воспринимается по-другому, и идея была вот именно показать жизнь здания. Да? Но и в то же время мне показалось, что это как бы исследование вот дальнейшей жизни этого здания. Да? Здание, которое живет само по себе, вы его сдали, да, этот объект, он осуществлен, но дальше он меняется во времени, он как-то обживается. Да. И ты понимаешь, как бы в чем заключается жизнь, да? как реклама начинает поглощать это все, да, как-то так. Самые разные трансформации. Ну, в каком-то смысле мне проект показался близким метеорологии. Там вы работали с объектами, которые улучшаются во времени. Здесь тоже, только это громадные объекты, но тоже время. Ну, очень сложно отделить свои одни интересы от других, поэтому это такое, как бы, часть способа. Ну, вы удивительно сочетаете современное искусство и архитектуру, и много других направлений. Спасибо, но это просто, да, это на самом деле одна из граней, да. Ну, если переходить к разговору о ваших архитектурных работах и начать его, наверное, с самого резонансного из последних проектов, это проект театра на Подоле. С чем вот связано вот такое вот решение? Да? Вот здесь также есть вот такая работа с геометрией, с формой. Ну, тут, наверное, надо начать с самого такого, что ли, сначала. Первый момент – это, собственно, здание, в которое было потрачено, страшно даже вспомнить, какие ресурсы киевлян. И наша задача была
делать из этого современный театр и решить часть проблем, которые там не было. Ну, в общем, правила игры были такие, что этот объем должен был остаться, да, в том виде, в котором есть. Все остальное технологически нам, возможно, было изменить, и мы поставили себе там самый разный ряд задач. Это для того, чтобы маломобильные группы легко туда, в общем, посещали спектакли, да, для этого нужно было очень много изменений в здание внести. Ну и вообще, как бы, все-таки мы его начинали как раз, ну, в такой второй год войны, и как-то казалось, что пора искать такую важную свою место и роль культуры. И мы нашли такой, как нам показалось, ключ, ну, достаточно такого простого трансформации образа дворца, который там был, в место для всех, и в том числе для того, чтобы часть открытых крупных пространств, как фойе, в том числе начали работать как общественные пространства. Они интегрированы были бы в улицу, и там могла происходить самая разная активность. Точно так же, как и в самом зале, который рассчитан даже там и на музыкальные спектакли. Театр, как и церковь, является такими инфраструктурными, да, проектами. И, собственно, нам кажется, что его колосники и так далее, это является тем же самым, что звонница или там еще какой-то важный купол, да, в церкви. Если там это как раз портал связи с Богом, да, то здесь это технологический момент, куда уезжают миры, театральные миры, потом которые меняются во время перформанса. Значит, главное, наверное, что имеет Андреевский, это чудесные вот эти вот ступени. Поэтому каменную часть мы сделали как раз между двумя существующими домами. Избрали кладочную решетку, да, которая соответствует парцеляции соседних домов, которую мы использовали как будущие ниши для театральных плакатов, потому что здесь планируется возобновить Булгаковский фестиваль, чего-то еще, и, может быть, одновременно сразу анонс ряда спектаклей и так далее. Меня абсолютно поразило, почему это вызвало такую, ну, даже не могу назвать это дискуссией, наверное. Ну, вы знаете, тут сразу надо разобраться, несколько аспектов есть. Ну, наверное, первое, да, заказчик, который город, сама, ну, назовем, пиар, информационная, то есть надо было постепенно сообщать горожанам и так далее. И вот то, что это как бы находилось вне информационного поля, это большая ошибка, и, в общем, которая, ну, очень сильно повлияла на то, что как бы произошло. Второй момент – такое экономическое общее состояние и, я бы сказал, ментальное у граждан. Этот театр еще, ну, как бы связан там с определенными политическими силами, и такой вот информационный повод, из которого можно было бы там какие-то извлечь неприятности, значит, да. Потом, ну, пожалуй, еще это связано с нашим уровнем, я бы так сказал, образования и культуры. Мы, наверное, мы все, Киев в особенности, удивительно, что туда прилетает очень много самолетов, улетает и так далее. До сих пор во многих смыслах мы являемся культурным, даже не окраиной, а культурным островом. Часть из активной нашей, скажем, деятелей культуры, архитектуры, там самые разные, в общем, мало коммуницирует с другим мировым пространством. Если обобщенно сказать, эволюционной форме, мы находимся в других мирах. Да, и мы не просто отстаем, у нас происходят какие-то процессы, ну, совершенно такой, что ли, не знаю, самомутации, да, за счет того, что исторически мы были отключены от мирового процесса там, с 20-х в 30-е годы. Да, и до сих пор пожалуй, лишь немногие жанры, можно сказать, уже интегрированы. Пожалуй, визуальное искусство – это большое исключение. Ну, вот в этом проекте вы абсолютно органично и аккуратно работали с пространством, в котором мы делали свой проект. Ведь, например, есть ряд направлений в архитектуре 20 века, которые принципиально воспринимают постройку здания, создание архитектурного сооружения как вторжение в пространство. Например, деконструктивизм. Вот, например, творчество Даниэла Либескинда. Я попрошу показать его работы. Вот здесь, очевидно, задача как раз не играть с пространством, в то же время устраивать эстетическую провокацию. Вот насколько вам интересны вот такие вот эксперименты? Наверное, это имеет право на жизнь, потому что парадоксальность 20 века и вот этот лозунг «fuck context», он, в общем, имеет достаточно немало последователей в нашем деле. И
такие вечеринки – это редкость. Да? И, в общем, и обстоятельства, когда так вот можно погулять, значит, да, они тоже такие уникальные, есть названия иконические. И это не совсем, можно сказать, архитектура, потому что, ну, у нее много атрибутов гиперпарадокса. Она имеет право на жизнь, она выполняет свою роль, и могу сказать, вот этот эффект Бильбао, который породил, можно сказать, новую волну такой архитектуры, успех Бильбао не получилось, я имею в виду социально-экономический успех, никому повторить после этого, и они стали убыточны, эти крупные, как правило, это объекты культуры, очень дорогостоящие, на которые вот наживаются, это там десятка мировая. Но некоторые из них вот по сей день являются, наоборот, такими совершенно уникальными событиями. Это, например, новый музей в Вашингтоне афроамериканской культуры. Мне ближе такая более casual, что ли, да, у которой такой спокойный, что ли, диалог с контекстом, да. Если говорить о истории украинской архитектуры, ну, можно назвать украинский модернизм, да, 60-х, 70-х, вот, ряд киевских архитекторов, Тарелка Нулыбецкая, Флориана Юрьева, насколько вам интересны вот такие вот эксперименты, как традиция, которая украинская, по сути? Ну, я могу сказать, что харьковские 20-е, 30-е – это как бы верх модернизма в том месте, в котором мы сейчас находимся, и очень многое чего случилось в этот короткое, там, практически десятилетие. Вся мощь знаний и этого наследия, она еще до конца не продумана. Но если говорить об архитектуре 70-х годов, то действительно плеяда архитекторов, и в основном это киевляне, были на острие мирового контекста. Даже в Харькове они оставили след, например. Я считаю, что это абсолютный шедевр гостиница «Мир», особенно вспоминая, в каком контексте она находилась еще до недавнего времени, там лет 15, наверное, назад, там, где она была главным таким героем этого склона. Совершенно изумительные, тонкие, актуальнейшие вещи, которые... Я бы сюда мог отнести еще Киевский дом пионеров, архитектурный факультет КИСИ. Мне кажется, достаточно тонкая работа. Но удивительно, что в сознании наших соотечественников, горожан, как правило, такие объекты не являются предметом сохранения, уважения и гордости. И вот это очень жаль. Мне кажется, это тоже проблема образовательного характера. И самое страшное, что даже в профессиональной среде. Вы очень много создавали интересных, нестандартных проектов для Харькова. И вот в чем особенность работы с харьковским урбанистическим таким вот миром? Ну, во-первых, так получилось, что я его знаю лучше, чем остальные, да? Во-вторых, когда ты что-то делаешь, это очень ответственно, потому что ты сам еще этим пользуешься. И, конечно же, это всегда про актуализацию города, через его же традицию включить его в совершенно новый современный контекст, как бы актуализируя город в сегодняшнем дне. Наверное, про это все проекты. Конечно же, они еще про коллаж, где в Харькове совершенно прекрасно, например, какая-нибудь эклектика стоит по соседству с конструктивизмом, и уже в ментальности горожан это все просто разные культурные слои, и это создает этот неповторимый коллаж Харькова. Да. Недавно было такая непростая дискуссия о центре города. Вот вы, как человек, который впитал в себя много традиций, да, истории архитектуры, человек, который воплотил много проектов, много работал с городским пространством, как вы видите вот центр Харькова, площадь? Ну, вы знаете, я бы вообще, наверное, вернулся к городу, да, потому что мы сейчас живем в таком очень в транзитном состоянии, находимся, и, наверное, надо ответить на вопрос, а какой город мы хотим вообще иметь. Что такое современный город или какой город нужно строить? Это город, где должны жить счастливые люди. То есть, наверное, еще подсоставные, они должны быть, ну, какие-то безопасные. Они должны быть, ну, в общем, имущие, я бы так сказал. Да? Какое-то у них должно хватать на какие-то потребности. Они, должна быть, значит, какая-то экономика и так далее у всего этого. Они должны быть здоровые, поэтому это связано с экологией, отчасти транспортом, собственной мобильностью, спортом, ну вот там еще медицинским обслуживанием, психологическим климатом, опять же, это, да, как составная часть. И вот для этого существует какая-то инфраструктура. Да, вот, и город развивается, исходя из таких целей, да, сделать здоровыми, счастливыми, ну как тост почти. Да.
автомобилизация это точно зло. И как бы где-то с середины 80-х годов вся Европа уже взяла крен в совершенно противоположную сторону. Она делает для пешеходов, велосипедистов и так далее все. А для машин, жизнь машин становится дороже с каждым годом. Часть счастья – это, наверное, такое социальное взаимодействие, да, и это еще, что связывает человека еще с таким понятием, как культура. Культура взаимодействия с другими людьми, культура потребления какого-то еще другого продукта. Вот на этом всем строится, наверное, наша как раз и идентичность, и как бы какие-то, в общем, создается возможность социальных активностей, взаимодействия. Тогда мы становимся горожанами, и, в общем, и опыт мы... Почему города более эффективны с точки зрения там, науки и так далее? Потому что как раз происходит взаимодействие людей и передача опыта. Площади являются тоже отчасти такими местами. И, в общем, я бы так сказал, в списке харьковских проблем установка монумента никак не будет в этом топ-листе и так далее. Понимаете, например, вопрос меморизации, ну, как бы он просто не стоит на повестке дня. Мы сейчас не говорим про какие-то финансовые ресурсы, человеческие, пространственные и так далее. Ну, а проблем площади, наверное, очень много, да. Прежде всего... Ну, она была запроектирована при определенных стечении обстоятельств чуть меньше, чем 100 лет назад. Да? И, в общем, главная ее такая функция была репрезентация новой столицы. Это новый городской центр, в котором должны происходить массовые манифестации, массовые такие перформансы, события и так далее. В общем, все остальные функции так и не были доопределены. Единственный раз, может быть, когда площадь работала, может быть, как вот такой, это был концерт Queen, да, который ну, действительно заполнил ее до краев, и это было такое вот... Вот она как бы полностью была востребована. Потом, ну, как бы появилась сначала одна станция метро, потом другая станция метро. Ну, как бы вроде площадь этого не заметила, поверхность да, там практически. Да. Потом вместо военной академии стал университет, и транзит преподавателей и студентов между корпусами начал сочиться через вот эту какую-то круглую часть. До этого появилось движение по площади. Потом паркинг, потом это стало самой большой рекламной плоскостью. И у нас вообще одна стена, это вечно какие-то события. Это уже не город, это просто уже какая-то... Рекламная витрина. Да, какая-то рекламный просто бигборд. Мне кажется, что, во-первых, надо сформулировать свои амбиции, что мы строим как город, да, потом отсюда перенести какие-то задачи на эту площадь, что она должна сделать для города, да, вообще какая у нас политика по отношению к машинам, людям, не знаю, событиям, деревьям, ну, не знаю, как-то это все. Мне кажется, надо сформулировать, а после этого какого-то сначала хотя бы обсуждения, потом уже какая-то экспертная работа должна быть, и она должна очень важно выноситься такими порциями, некие исследования должны обсуждаться, а потом какие-то проектные уже действия тоже обсуждаться. И все это такая многоуровневая, очень постепенная должна быть. На самом деле все было сделано тогда, в 20-е, 30-е, так что это действительно... как бы самое ключевое место в этой новой географии города. И мы видим, что за последние 20-летия 90% новостроек и развития все происходит на север, да, включая метро туда двигается. И вообще вот как бы вся экспансия городская, да, она растет туда. Это
такое самое актуализированное, что ли, получается с точки зрения активности. Не знаю, даже если сделать замеры, то, наверное, количество молодых людей больше всего в этом зоне, не знаю, какой-то рождаемости, открываемости ресторанов, офисов, не знаю, всего чего угодно, все происходит в эту сторону. И точно, как бы, вот эта актуальность площади еще увеличивается, да, как уже вот центр обслуживающий, недавно Пустой Север. Действительно интересно, вы правы, у нас не хватает рефлексии, не хватает экспертных сообществ, которые будут принимать решения по развитию города, все, понимать все как-то спонтанно, либо административно. Это предмет очень сложной дискуссии и, наверное, большого разговора, который мы сейчас можем просто утонуть. Спасибо вам за ваше творчество и за эту беседу. С вами была программа «Территория взгляда». До новых встреч!